Гирокоптер. Почему такой смешной? Еще раз напомню, что мое субъективное мнение объективно и не подлежит сомнению. И продолжим. Аганим на гирокоптера нужно собирать как можно раньше, ведь с аганимом вертолет начинает атаковать рандомную цель каждые 1-2 секунды, и эта скорость атаки фиксирована. А скорость атаки гирокоптера нет. А это значит, что с точки зрения эффективности аганим нужно собирать первым слотом, чтобы максимально профитно использовать дополнительную тычку. И за урон волноваться не надо. Если вы играете через фаст аганим, никто не будет вас осуждать за подобную прокачку. Не, ну а что, 10 урона с аганима, еще 10 плюсиков, и уже можно играть.